я хочу этим сказать, то, что это абсолютно бесчеловечное решение сажать в тюрьму человека, который защищал людей, своих близких, защищал этих людей от агрессоров, от пьяных агрессоров, неадекватных, которых просто, ну, я не знаю, это мало то, что они получили. Мало. И это справедливо. Ниже плакат чуть-чуть. Это справедливо, и общество должно знать, что если проявляет агрессию кто-либо в отношении кого-либо, может быть такой итог. Это справедливо, и это абсолютно адекватно. Так, я думаю, что в любой должно быть стране. Мужик молодец! Я создал группу ВКонтакте, в общем-то, с целью того, чтобы организовать людей против данного судейского решения. На видеозаписи все видно и понятно. Были агрессорами люди со стороны, так сказать, потерпевших, которые реально были агрессорами. Я бы хотел, чтобы власть наша задумалась над теми решениями, которые она принимает. Это не первый случай. Такие случаи уже есть многократно у нас в стране. И, может быть, вы знаете, в Краснодарском крае на семью напал человек. Там тоже очень серьезное было дело. Посадили, по-моему, на 9 лет человек. То есть таких случаев очень много. Человек должен иметь право на самозащиту и защиту своих близких. Кроме того, если бы данная девушка приняла пассивность в данной ситуации, ну, могли бы предъявить ей уголовную статью за оставление человека в опасности. Те люди были неадекватные. Медицина показала, что у Курбанова, если не ошибаюсь, 2 промилле было в крови алкоголя. В крови. Это очень большая доза. Человек неадекватный при таком количестве. И у Белоусова 3. То есть люди неадекватные. Непонятно, что они могли вытащить из штанов, из кармана, и что они могли применить против друзей, против людей. Если полиция не принимает никаких решений, значит, должен принять решение человек, который видит, что представляет кому-то опасность для жизни. Более того, это случается регулярно. Просто об этом мало говорится, но это регулярно случается. Любой человек на месте Лобкова, я думаю, должен был поступить именно так. Не смотреть, не ждать, пока тот что-то достанет и не прыгнет там или не выстрелит. Люди неадекватные. То есть нужны какие-то были оперативные решения. И она приняла эти решения абсолютно адекватно. Я хочу привлечь людей, чтобы просто обратили на это внимание. Общественное мнение. А что нужно сделать, чтобы отпустить Александра? Ну, не знаю, в суд приходить тысячами. Для того, чтобы они понимали, что народ против такого судилища. Вот так, наверное. Пока не приходит народ. Будем стараться. Когда придет? Будем стараться призывать будить друг друга.